Привет, народ. Как-то раз сижу за ноутбуком, и прекрасный момент, короче, он отключается. Монитор тупо выключается, и все. Когда только от батареи работает ноутбук. Подключаю сеть, включается монитор. Долго искал, короче, не мог найти, почему, причину. Почему он, выключается от батареи. Думал, уже батарею надо менять. Но оказалось, не в батарее дело, а... Криво стояли драйвера. Сейчас покажу. Вот как-то так. Сетевой кабель отключен. Питание. Кабель питания отключен. Компьютер работает. Но никаких движений. Мышкой туда-сюда нет ничего. Когда только подключаю сеть. Сейчас. Он загорается. А без сети он тухнет, когда выключаешь сеть питания. Сейчас вам покажу, в чем прикол. Открывал правой кнопкой электропитания, заходил. Те, которые настройки, я настраивал, что от батареи работа и от сети, чтобы никогда не выключал, не тух монитор. Но мне это не помогло. Он по-прежнему выключался. Скачал драйвер бустер, установил его, он проверил, установил драйвера, но проблема не ушла, проблема осталась. В интернете так и не нашел решения, стал сам думать и разбираться в этом. И разобрался. Зашел мой компьютер правой кнопкой мыши, диспетчер устройств. Открываем видеоадаптеры. У меня тут было отключено, стояла функция. Это дискретная видеокарта и интегрированная Intel HD график у меня стояла базовая. Вот так он установил этот драйвер бустер, эти драйвера. Вот так у меня стояло. Решение проблемы. Открываем пуск, параметры, обновление безопасности. Проверить наличие обновления. Проверяем. И у меня тут выскочило 3 обновить драйвера. Это на звук и 2 драйвера на видеокарту. И все, и проблема решилась. Я перезагрузил комп, и все стало работать от батареи. Вот проблема таким образом у меня решилась. Вся проблема была в драйверах. Смотрите, отключаю. Чик. Вот все, он теперь не выключается. Он работает так, пока не сядет батарея. Но монитор не гаснет. Меня это очень порадовало. Если вам понравился видос, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока!